Сообщение со всесоюзной ударной стройки Чебоксар. Сообщил о своем намерении. Даем последнее известие. В котором часу произошел этот инцидент? И неделя защиты социалистического знания. Есть отпечатки пальцев. Он же был здоров. Нам нужна информация обо всех. Все обсмотрел. Ищи, должна быть. Черт. Че там? Ну, подержи. Отсюда. А картина? Нема картины, отвечаю. Хочешь тут до утра торчать? Костыль, покажи еще раз, а? Понял. Идем. А баба? Зараза, чтобы я еще хоть раз, да не в жизнь. Райка, ты тут что? Что-что? Что-по-что? Где моя сапка? Ты ж божилась вернуть без напоминания. В доме она. Я тебе сколько раз просила. Ну не лазь по двору, Серафима увидит, скандал будет. Вот оно надо. Барыни нету. Стучалась я. Странно. Не заперто. Серафима Павловна! Серафима Павловна! Только стряслось что-то. Милицию надо. Райка, я же с тобой пришла, с тобой! Со мной, Полюшка, со мной. А этот ящик со склада вещдоков или из музейного запасника? Кустодиев Синокос. Подделка. Выставляться или храниться в запаснике не должна. Хотя выставлялась. А дело это об убийстве в Донецке Серафимы Подлесной, 65-летней пенсионерки, в прошлом ведущего специалиста в художественном музее. Я тоже такие складывать умею. Да? Угу. Какие всесторонние таланты. И откуда? Доходил как-то в драмкружок, и наш руководитель заболел. Ах. И нам, чтобы мы не разбежались, предложили посещать временно кружок умелой ручки. Ясно. Вот. Так, вот протокол осмотра дома жертвы. Ну что, вломились, ударили по голове несколько раз. Вынесли много ценностей. Золотой ключик? Разберемся. Гражданка Доброта, нам опись составить надо. Ну я не знаю, что пропало. Серебро столовое... Две вазы фарфоровые и пиала из камня зеленый такой. Ну, поточнее.
Оникс зеленый. Поделочный камень. Всем привет. Что у нас? Здравствуйте. Ольга Николаевна, а вы как не из дому? А я из дому, из дому. Просто собиралась быстро. Ну, что вы застали? Вводите в курс дела. Подождите на кухне. Я так понимаю, на часах время смерти? Ну, я бы так не сказал. На часах 2:30 ночи. А смерть по предварительному заключению наступила вчера около 10 вечера. Многовато. Убил и 4,5 часа грабил. Что ему здесь делать столько времени? Ну, так вы на хату посмотрите. Музей. Пришел, думал, что хозяйка спит. А она не спала, ну или только проснулась. Он ее раз, другой, третий. И потихоньку вещички стал выносить. Много украл? Опись есть? Да, домработница толком не знает. Так сказала, что серебро столовое украли, вазы всякие. Сколько денег, драгоценностей пока не ясно. Ну-ну, орудие убийства. С собой принес, с собой унес. Дверь аккуратно открыл отмычкой. Видать, не впервой. Я бы не исключал, что убийца действовал не один. Аргументы? Пока никаких. Но на такие дела в одиночку не ходят. Кто-то на стреме, как минимум. Я вот что думаю. Она 2 месяца как вышла на пенсию. Работала в художественном музее, заведующей отделом живописи. Нужно проверить ее связи. Я думаю, что грабитель сюда пришел по наводке. Как думаете? Ольга Николаевна, с вами все в порядке? Да, Андрей. Красиво, правда? Федор Сергеевич, угостите она альгинчиком. Да, конечно. Прошу. Спасибо. А ее такую кто-то видел? Вы домработница? Да. Как зовут? Поля. Полина Доброта. Скажите, пожалуйста, когда меня отпустят? Сил их больше нет. Как подумаю о Серафиме Павловне, это дурно становится. Так, наберитесь терпения. Разрешите? Да. Мысли есть, кто мог в дом проникнуть? Может быть, замечали кого-то постороннего у дома? Даже не знаю. Возле дома никто не крутился. Я во двор часто выхожу, я бы заметила. А это кто делает? Не я. Хозяйка? Не замечала за ней такого. Скажите, а как часто вы сюда приходите? Какой график работы? 8:30 утром, как приходила, то вечером аж освобождалась. Но вы не подумайте, я не жалуюсь. Серафима Павловна была хорошая, с пониманием относилась. Ну, а гости какие-то, может быть, подруги, знакомые, коллеги бывшие? Нет. Я у Серафимы Павловны год на хозяйстве. Она чужих не любила. А родственники? Одинокая она. Детей нет. Может, кто из дальних, но я не знаю. Ольга Николаевна. Да, Андрей, иду. А где Федор Сергеевич? Курит. Закончил, ждет санитаров. У нас есть пальчик. Вот здесь маленькая ниша. Там был тайник, а на задней стенке циферблата четкий пальчик. Угу. Грабитель был в перчатках, но... Рука не пролезла, снял перчатку и... Наследил. Оттого и часы встали. Задел пружину. Прекрасно. Отпечаток прогнать по базе. Угу. Хорошо. Ольга Николаевна. Да, Андрей. В часах было вот это. Это что?
Опись предметов? Так точно. Есть с чем работать. Угу. Работайте. Пусть ребята прошерстят скупщиков. Хорошо. Да, еще вы не видели такие, такие фигурки из бумаги? Ну, там разные журавлики, голубки, жабки. Нет. А зачем? Значит, не видели, да? Ладно, Андрей, ты пройдись по соседям, а я с домработницей закончу. Хорошо. Вы вообще охренели? Я вам как сказал? По-тихому! Окунь, да все сделали, как сказал. Выпасли, зашли. Она там прижмурена. Ну, это не мы, точно. Ну, что нам было делать? Ну, все равно зашли, хату почистили. Картина! Нема картины, все обшмонали. Плохо шмонали! Да лупатый дыру фонариком в стене протер. Нет картины. Ежу, понятно, под мокруху подставили. Окунь, ты чего? Там фарфор. Я одного барыгу знаю. Знаешь, сколько он за эту посудину отвалит? Ай! Лупатый, у тебя чё, жижа в мозгах? Мы с одним человечком договаривались, а теперь чё? Так это он и отставил, точно говорю. Да не буровь ты, окунь. У наводчика спроси, может, он кому-то хату слил. А ты советы своей мамке давать будешь? Нету матери. Значит так, заныкали и затихли. Чтобы я вас в городе по кабакам не видел. Поля, ну чего? Отпустили. Сказали, позвонят. Да, не всем так сказали. Пошли ко мне, чайку попью. У меня рогалики. Ты же еще не завтракала. Я домой. Понимаю, ты расстроена. Слушай, у меня знакомая врачиха искала женщину по хозяйству. Хочешь, замолвлю? Рай, отстань. Если надумаешь, позвони. Так, я в прокуратуру. Ага. А ты проработай бывших коллег. Может быть, что-то интересное расскажут. И алиби домоработницы проверь. Говорит, что вчера была на дне рождения у знакомых. Вернулась домой к полуночи. Угу. Хорошо, сделаю. Да, еще, Андрей. А? Запиши. Геннадий Дмитровский. Угу. Остановился в гостинице «Донбасс». Узнай, когда въехал, в каком номере. И данные паспорта возьми. Хорошо, угу. Сделаю. Там еще ресторан есть. Могу там поспрашивать. С кем бывает, все такое. В ресторан не надо. Оль, ты чего так напряжена? Ты можешь забыть о своих прокурорах и просто поговорить с подругой. И перестань глазеть так по сторонам. Мужиков тут полно, пусть они на нас глазеют. Вот увидишь, кто-то пригласит потанцевать. Мне кажется, знакомство по ресторанам – это не мое. А что твое? Работа? У тебя там либо преступники, либо женатики. А здесь разве нет? Откуда у честных людей деньги на ресторан? Оля, мы с тобой честные, и мы тут. Тут мужик солидный, приличный и даже иногда холостой. Командировочные из ведомств и министерств. А эти командировочные только в самолет садятся, сразу кольцо снимают. А вот тебе загадка. Справа по борту приличный и без кольца. И на тебя пялится. Как думаешь, снял? Да, и поговори с администратором, чтобы он не доложил этому Дмитровскому, что мы про него спрашивали. Ну, ясное дело. Угу. Ну, ладно. Дмитровский. Дмитровский. В списке подозреваемых этой фамилии нет.
Нет. Смотрите. Листочек был к чему-то прикреплен. Погоди, где-то я видел. Ну-ка посмотрим. Оп, вроде сходится. Угу. Так, ну что тут Горбачев о новом мышлении? Гласность. Вот. Список редколлегии. Дмитровский. Заведующий отдела рабочей молодежи. Кстати, должность немаленькая. Ну и при чем тут редколлегия московской газеты к этой истории? Пока непонятно. Слушай, где-то я видел список проживающих в гостинице «Донбасс». Чего так поздно? Прости. Сашка заждалась, не спит. Саш, иди папу встречай. Ура! А почему принцесса не спит? Я не принцесса, я фея. Так а зачем тогда тебе корона? Я фея и принцесса. Фея и принцесса. А что ты умеешь? Колдовать. Закрой глаза. Ой. Ой. Ну, отдай. Отдай, нас. Отдай. Спит? Да. Вкусно? Да. Андрюшка, я завтра к Костику смотаюсь. Посмотрю, как он там. Так что малай на тебе. Мариш, я не могу. У меня дело такое. Ну, пожалуйста. Мне нужно его проведать. Так возьми Сашку с собой. Не могу. Их завтра в театр поведут. Костик здоровый парень. А ты с ним как с маленьким. Это все ему наготовила? Поедешь как ишак навьюченный. Голубь, но ты же все понимаешь. Я понимаю, когда парню 14-15. Здоровый желудок. Парню 20 лет. Деньги нужны Мариша. Покормить Мариша. Он хоть работает? Не начинай. А ты вот только потом не плачь. Когда это потом? Когда его приведут к нам в отделение, и он будет как все ныть. Не воровал, не грабил. Дурак ты, голубь. Мелешь ерунду. Мила. Эй, интересно, что выглядываешь? Добрый день, а что случилось-то? Почему дверь опечатана? Серафиму убили. Как убили? Как? Дали по башке и дом обчистили. Милиция была, отпечатки пальцев брали. У вас? Угу. Вас, что ли, подозревают? Да нет, так положено. Как там она это? Идентификация. Ага, соседка. Я первая ее бедненькую нашла. Вон мой дом. А, пришла полить. Полька домработница теперь же ходить не будет. А деревья жалко. И огород большой. Чего губить? Убили. Ограбили. Много добра утащили. Так милиционер-следовательше сказал. Сама слышала. Следователь женщина, что ли? Ага, а при ней парнишка. Молодой еще, вежливый. Сказал, если что вспомните, звоните. А что мне вспоминать, если я ничего не видела? Да. Здравствуйте. Мест нет. Да мне не поселиться, а кое-что узнать. Я вам не справочное бюро. Ну, как раз мне вы и справочное, и бюро самых добрых услуг. А узнать нужно об одном постояльце.
Фамилия, имя гражданина. Геннадий Дмитровский. Нет такого. Ну, может, и выселился. Когда? Не знаю. Вчера, сегодня. Нет. Ну, может, позавчера. Тоже не выезжал. Так. Предоставьте мне имена и фамилии всех постояльцев за последние 2-3 недели, а лучше месяц. Дверь открыта. Заходите, смотрите. Прошу. Здорово, Виталя. Обалдел. А если кто увидит? Никто не увидит. Постараюсь, чтобы не увидели. Что-то срочное. До вечера терпят. Домой позвони. Ты кому хату еще сдал? Решил со мной как с фраером? Знаешь, что за такое бывает? Ты что? Ты что? Ты что? Там до нас похозяйничал. Картины нету. Бабка холодная. Какое совпадение! Я знаю! Да, это твои грохнули, а тебе сказали, что... Что? Знаешь, конечно, Виталя, знаешь. Но за такую подставу... Вот. Журавский антиквар? Кто такой? Это москвич. Я клянусь. Он приехал, бабку искал, в музей приперся, а она на пенсии. Чуть короче. Он искал картину, сенокос, Кустодиева. Я взял, а там подделка. Я сразу смекнул, что Серафима картину стырила, и я к тебе. Так это что, Журавский бабку грохнул? А я знаю. Ну, если картины нет. Смотри, Виталя, я с ним потолкую. Но если что не так, пожалеешь сильно. Я клянусь, ты же меня знаешь, ты же меня знаешь. А ты меня. Напугала меня Полька. Ты чего? Серафима убили. Как же это? Жалко. Она, конечно, баба крученая была. Характер тяжелый. Но нас с тобой не забывала, верно? Кому-то уж понадобилось. Да понадобилось. Она дела вертела, ты сама знаешь. Ну, видно, что-то недовертело. Чаек попьешь? Или, может, что-то покрепче? Мне что теперь делать? Милиция спрашивает, что да как. А ты? А я говорю, ничего не знаю, ничего не видела. Да, они когда сядут, то не слезут. Ах, ну, мало ли, что ты болтанешь. Что мне теперь делать, Данил? Ну, уляжется. Ты вон Серафиму вытерпела, ее капризы. Ну, такие, как ты, на весь золото. Говорят, врачиха одна, домработница интересуется. Вот, видишь, возьмут, я помогу. Обещал же, ну, неделя-две, и все наладится. Ну, пойдем. Нет Дмитровского. Не проживал он в гостинице «Донбасс». И в деле никак не фигурирует. А вам не кажется, что наборчик вещдоков, мягко говоря, странноват? Ну да, из дома убитый у нас только ключ и бумажная фигурка. Все остальное тогда откуда?
Ну, это, я думаю, из музея. Выставка художников Шахтерского края. Убитый же бывший музейный работник. Остальное пока под вопросом. Смотрите, выставка проходила в августе 85-го. Подлесная в это время уже там не работал. Погоди, дата выставки не главная. Номер телефона написан от руки карандашом и не подписан. Косты! Косты! Дай войти! Чё надо? Ты чё, краля привёл? Обязательно кралю. Гости у меня. Какие гости? Окунь же сказал не отсвечивать. Ну так пойди и настучи. Да ты чё, костыль? Я корешей не сдаю. Меня за тобой окунь послал. Дело есть. Дай мне 15 минут. Какой ты шустрый. Краля недовольный останется. Иди уже, лупатый. Давай. Тоже мне клопнул. Что стряслось? Привет. Привет. Смотри. Ну, ты ненормальная. Я мчусь к тебе с прокуратуры, думаю, случилось что, а ты... Это случилось! Всего за 30 тире итальянский шелк. Ого. Ого. Итальянская комбинация? Считай, что за бесценок. Сегодня привезли, я последнюю забрала. А за деньги не переживай. Это подарок на день рождения. День рождения у меня зимой. Могла бы и позже показать. Я думала, тебе в ближайшие дни пригодится. Нина, ты о чем? Оля, не придуривайся. Рассказывай, было? Ну что рассказывать? Провел домой и все. Ну? Ну что ну? Может, я ему вообще не понравилась. Понравилось? Он когда с тобой танцевал, аж пылал. А него прикуривать можно было. Так не делай из мухи слона. Никакой он не муха! По всем повадкам холостяк! Ты узнавала, он тут надолго. Сказал, приехал делать серию репортажей про Шахтерова и все такое. Будет здесь еще неделю точно. Слушай, возьми отгулы и вот это. Я не могу, у меня убийство. А пусть он сделает серию репортажей про талантливого сыщика в юбке, а? Так не чуди. Он вообще не корреспондент, а зам главного редактора. Приехал сюда, потому что кто-то там заболел. Это он тебе сказал? На последней странице любой газеты есть список редколлегии. Геннадий Дмитровский, он там есть. Я же говорю, талантливый сыщик. Когда договорились встретиться? Да не договаривались мы. Он на следующий день пришел, а потом 2 дня не приходил. Ну, мало ли, может быть, в Москву вызвали. Ты позвони в редакцию, узнай. Если он не в Москве, значит, собирается с духом. Саша, ешь. Я рисую. Это каша. Рисует карандашами. Мы вчера вечером... С папой. Мы на каше рисовали. Манка на ужин? Ну, а чем кормить? В холодильнике каша. Что такое? Вчерашнее жаркое. Стоит рядом с кашей. Ну, не мужское это дело по кастрюлям шнырять. Сашка, а чё ж ты мне не подсказала? Я не люблю мужское. Ой, все, я побежал. А куда? Да есть! За папу давай. А это точно здесь? Да кажись тут. На, пошкандыбали. Утро доброе, мамаша. Тоже мне сынок нашелся. Вас ведь Полина зовут. И что? Хозяйку твою замочили на днях. Она нас обещала свести с одним человечком. И я в дело Серафимы Павловны не лезу. Да подождите. Его зовут Леонид Журавский. Может, знаете такого?
Убедительно просим. Я никаких фамилий не знаю. Ну, солидный. Должен был заглянуть. При мне никого не было. Без меня. Кто его знает? Если приедет или вспомнишь, позвони. И ты нас не видела. И базара этого не было. Усекла. Здесь деньги. А это чтоб память освежить. Редколлегия. Слушаю, редакция. Здравствуйте. Это вам из Донецка звонят. Корреспондент газеты «Вечерний Донецк». Да, слушаю. Вы не могли бы дать мне координаты Дмитровского? Где он сейчас? Мне нужно с ним там по поводу материала поговорить. Я могу вас просто связать. Разве он сейчас не в Донецке? Да вроде нет. Соединяю. Слушаю. Геннадий? Да. А вы сейчас в Москве? Ну вы же в Москву звоните. А в Донецке давно были? Лет 15 назад. Почему спрашиваете? Скажите, а кто-то из вашей газеты сейчас пишет репортаж о шахтерах? А, насколько мне известно, нет. А у вас материал про шахтеров? Да. Понятно. Только привязывайте материал к рубрике «Перекличка бережливых». Хорошо было бы, чтобы ваши шахтеры заполнили отрывной талон, который мы опубликовали. И вообще, побольше об экономии сырьевых ресурсов. Присылайте, рассмотрим. Хорошо. Проходи. Угости чем? Я у сестры поживу. К ней поеду. Нашла у себя ключи запасные от дома Серафимы. Решила тебе занести. А они мне на кой? Милиции что не отдала? Сначала забыл, а теперь боюсь. А ну, сядь. Слышишь что-то? Приходили сегодня двое. Спрашивали про Журовского. Морды бандитские. Уедешь? У милиции вопросы возникнут. А Серафима с многими знакома была. Я хожу и оглядываюсь. Ну, плакать брось! Мы сейчас с тобой наливочки выпьем и подумаем. Ты никого не бойся. Что с тебя взять? Так, ну, давай. По результатам экспертиз не густо. Вскрытие новой информации не добавило. Орудием убийства, как и предполагалось, могло быть все что угодно. От палки до узкого камня. Ну, от древесины обычно какие-то элементы остаются. Щепки, занозы.
Это если не обработанное и мягко, а если твердых пород и обработанное. А может быть, что-то ценное сообщили коллеги убитой? Их показания есть? Держи. Смотрите. Пятно. На что похоже? Дермакол. Тональный крем. Ну, барышни иногда пачкали признание таким. Правда, могла быть еще и тушь, если плакали. Ну да, ну да. Только показания давала не барышня, а заведующий отделом живописи Донецкого художественного музея. Виталий Козуб. Вон внизу подпись. В 85-м году мужчина с тональным кремом? Ну вот. Странно. Дерьмо ты у меня будешь жрать, гад! Войдите! Здравствуйте. Оперативник Голуб. Да. Уже пообщались с коллективом? Да. Остались только вы. Извините, задержался у врача. Аллергия какая-то странная. Не хотел сотрудников смущать своим внешним видом, тем более при моей должности. Понимаю. Смерть Серафимы Павловны в голове не укладывается. Половина сотрудников — ее воспитанники. Честно говоря, отзывы о ней не очень лестные. Характер требовательный. Спуску никому не давала. Говорят, неожиданно решила уйти на пенсию. Не планировала. У возраста свои сюрпризы. Здоровье пошаливало. У нас в запасниках холод. Посмотрите. Может быть, подскажете? Кто-то в городе таким занимается? Хотите мое мнение? В Донецке искать бесполезно. Интересно, почему? В городе, кроме меня и Серафимы Павловны, еще 2-3 коллекционера. Все ее вещи знали, никто бы не взял. Это залетные, точно. Смотрите, грабители не взяли ни одной картины. Почему? Это, допустим, в Лувре висит. Это Бельведер. Это Эрмитаж или музей Пушкина. Разбираются ваши грабители? Понятно. Хорошо, спасибо. Вы нам очень помогли. До свидания. До свидания. Вера, скажи всем, чтобы меньше языком чесали. Все твоих предпочтений, но думаю, что кофе подойдет. Да, подойдет. О, как красиво. Я в детстве видела, как делают, но сама не умею. Я тебя научу. Который час? Начало 10-го. Тебе на работу? Пошли они к черту. У меня столько отгулов накопилось, что я не могу раз себе позволить. Лагунова. Да, Андрей. Какая бабка. Но если ограбление, при чем здесь я? Хорошо, говори адрес. Угу.
Я так понимаю, что из-за какой-то бабки... Убили бабку. Войдите. Приветствую. Добрый день. Честно скажу. Присаживайтесь. Порадовать нечем. А ну, тогда чего пришли? Ну, так. Проинформировать о проделанных экспертизах. Так информируйте. Давайте, давайте. Отпечатки, обнаруженные в доме, принадлежат убитой, домработнице, и еще два, пока не знаем, чьих. А тот, что на часах? Один из неопознанных. Ага. Значит, грабителей, скорее всего, было двое. Любопытная деталь. Предполагаю, что замок отмычкой не открывали. Так, поковырялись. В смысле? Ну, я поколдовал над замком, и царапин на механизме от отмычки нет. Вставил, прокрутил, не проворачивается, а дверь открыта. А в заключении это есть? Нет, потому что это предположение, гипотеза. Думаю, подлесная просто забыла дверь запереть. Одна ночью в доме забыла. Думаю, что вряд ли, скорее всего, нет. Лагунова. Пропустите. Простите, Щукин, ко мне пришли. Спасибо. Да. Ухожу. Не связывается. Еще что-то? Нет, даже караулить не буду, чтобы посмотреть, кто пришел. Добрый день. Добрый. Привет. Привет. Извини, что без предупреждения. А присаживайся. Ты обиделась, что я не проявлялся? Ну, извини, я делал было очень много. И потом, ты же мне телефон свой не оставил? Ну, мне же не 15 лет, чтобы обижаться. Молодец, что заглянул. Ты по делу или просто так? Бабочку из дома принесла? А, да. Помнишь? У меня предложение. Давай поужинаем. А давай. А где? А где ты хочешь? Ну, я в ресторанах не сильна. Предлагай. Тогда я предлагаю столик в ресторане «Донбасс». Привычная обстановка. Ну да. Отлично. Давай тогда сегодня в 6. У гостиницы. Окей. Я буду тебя ждать у входа. Оперативника Голуба, пожалуйста. Лагунова. А, нет. Передайте ему, что я жду его в 6. У гостиницы «Донбасс» сегодня. Спасибо. Вычислили мы типочка. Живет в гостинице «Донбасс». Да и со старухой был знаком. Ну, так наведайся в его номер. По-тихому. Один? Лупатый хороший парень. Но дурак. А дураки в нашем деле хуже стукачей. Ну и рожа у него. Не по гостиницам ходи. Природа зовет. Запомнил? Ага. Дождись, пока зайдем, и дуй к администратору. Потом жди, когда выйдем. Угу. Хорошо. А если она его не узнает? Это уже не важно. Ну все, я пошла.
Пошли к тебе. Я совершенно не против. Но к тебе в номер ближе. Я не один. Мне пора ревновать. Ну, к фотокорреспонденту вряд ли. Официант, счет, пожалуйста. Я жду тебя на улице. А где мужик? Сейчас выйдет. Что по нему? Зовут Журавский Леонид Сергеевич. Приезжает не первый раз. Всегда берет один и тот же номер, без подселения. Ясно. Все в порядке? Да. Познакомься, это Андрей Голуб, мой коллега. Очень приятно. Здравствуйте. Что происходит? Гражданин Журавский, мы задержаны. Андрей, на дактилоскопию его, а потом ко мне. Здравствуйте, господин Журавский. А Дмитровский навсегда прощай. Оль, дай мне все объяснить. Не дергайся. На допросе объясни. Конвойный свободен. Итак, Леонид Сергеевич Журавский, хорошо известный в кругах ценителей искусства. Охотник за ценностями, значит, да? Ну, насколько я знаю, любить искусство УК не запрещает. Где вы были 5 августа с 9 до 10 вечера и в ночь с 5 на 6 с часу до 3? Оль, это глупо. Я был с тобой. Если ты рассчитываешь, что я буду твоим алиби, то ты ошибаешься. В 9 вечера ты ушел за шампанским. Пришел в начале 11-го. А ночью я спала. Что ты хочешь? Правду. Правду, Леонид Сергеевич. Только правду. Почему подошел в ресторане? Почему назвался чужим именем? Почему бывал в доме у убитой? Ну, в ресторане подошел, потому что это мне понравилось. Да неужели? Да. И по той же причине назвался журналистом. А что, мне нужно было сказать, что я барыга? Ну, ты же не Ивановым назвался. Гена Дмитровский – это мой приятель. Ладно. Какие у вас были дела с Серафимой? Я находил покупателей. Серафима картина. Ну, хорошо. А если я пообещаю найти покупателя? Ты не обещай, а ищи. Будет предложение, будет тебе сенокос. Серафима Павловна, так дела не делаются. Вы... Ты меня не учи! Одно дело из запасников к вам таскать, другое с экспозиции картину снять. Послушай. Спорить не буду. Ты мое предложение знаешь. Хочешь сказать, что Серафима тянула экспонаты с музея? Допустим. Только она мертва, а ты здесь. Слушай, я могу вообще ничего не говорить. У вас на меня ничего нет. Узнаешь? Вот это ты сделал в моей квартире. А вот эту мы нашли в доме Серафимы. И что? Что ты доказывал? Что я был у Серафимы? Был. Чаю попили, разошлись. Это ее домработница подтвердит. Ее домработница? Тебе даже не упомянула. Тем более. Гражданин Журавский, вы понимаете, что вы сейчас подозреваемый в убийстве? И пока единственный. Я не убивал. Могу помочь. Вы внимательнее присмотритесь к хмырю, который сейчас занял место Серафимы. Он догадался, что картина поддельная. Мог искать сенокос у нее. Проходите. Благодарю.
Надо же. Ушла на пенсию. Меня не предупредила, Глория. Все течет, все меняется. Ну, с какой целью вы к ней приезжаете, я догадывался давно. Так что, если есть интересное предложение, можем рассмотреть. Предложение. Меня интересует Кустодиев. Сенокос. Маленькая картина. Картон. Маленькая. На Западе говорят Кустодиев. Мы на Востоке. Мне нужно понимать предмет разговора. Позволите? Да, конечно. Понижаем на 5 и договорились. Договорились. Это мой домашний. И, пожалуйста, никаких обсуждений по телефону. Дайте мне 3 дня. Хорошо. Серафима убили из-за картины. Что ты врешь? Если он тебе пообещал картину, почему ты пошел к Серафиме? Я пришел в музей. Смотрю, а картина в зале поддельная. Я сразу догадался, что Серафима прихватила ее с собой в качестве, так сказать, прибавки к пенсии. Почему ты сразу не забрал картину? Ну, потому что она ее не держала на виду. Сказала, приходи 7-го, будет картина. Пиши. Что? То, что мне рассказал, то и пиши. И заказчика тоже. Оля, это расстрельная статья. Хищение в особо крупных группах лиц. И заказчика я не знаю. Что снова рассказал? Я чист. У меня ни денег, ни картины. Серафиму я не убивал. Это я тебе хотел помочь. Спасибо большое. Представлю тебя к правительственной награде. А пока задерживаю на 72 часа. Если это я, то где картина? Очень рассчитываю, что в твоем номере. Ну, теперь кое-что стало на свои места. Журавский он и есть Дмитровский. Именно поэтому Дмитровского в списке постояльцев гостиницы «Донбасс» нет. Но свою причастность к убийству, судя по показаниям, он отрицает. А факты все равно против него. Серафим он знал, по крайней мере, бывал у нее дома. В показаниях соседки он фигурирует. Он приходил на следующий день после убийства. Согласен. Ну, а если учесть род его деятельности, то явился в Донецк он за чем-то ценным. Например, за картиной. Сенокос. Ну тогда по логике Лагунова должна была взять санкцию на обыск номера Журавского. Давайте-ка посмотрим. Вот. В данных обстоятельствах очень верное решение. Здравствуйте. А, это вы? А я вам звоню. Мне? Ну вы же милиция. Звоните, звоните. Мы здесь по другому вопросу. У нас санкция на обыск номера 43. Обеспечьте понятых. Так я ж по поводу 43-го. Обокрали этот номер. В следующем эпизоде. Ограбили! Ограбили! Ольга Николаевна, не поворачивайтесь. Могут следить.
Журавский должен сдать заказчика. Он не сдаст. Менты о вас ничего не знают. Так что советую максимально быстро уехать. Смотри, кого к нам мусора прислали.